siete. Утро доброе. У нас 9:45. Мы приехали в Чайнатаун. Планы погулять по Чайнатауну, дойти до Сохо, а там посмотрим. Либо мне кажется, либо сегодня прохладнее, чем вчера. А может быть, это потому, что мы были около воды, и там очень холодно. Сейчас мы с мужем хотим найти отель, первый отель, в котором я жила, когда впервые приехала в Нью-Йорк с подругой. Хочу его найти. И, кстати, мой первый приезд в Нью-Йорк. Под окнами нашего отеля снимали кино. Мы с подругой вышли, поболтали с актером. Актер, кстати говоря, чувак, который снимался в «Маске». Он снимался в фильме «Маска». Но это, естественно, не Джим Керри, а Питер Грин. Он играл вот этого плохого, который на себя одевал маску. У меня даже есть с ним фотки. Мы поболтали, посмотрели, как снимают кино. Куча впечатлений было. Иришка, если ты меня смотришь, тебе большой привет. Я нашла отель, в котором мы с тобой жили, где снималось кино. Слушай, я весь район помню наизусть. А это сколько лет назад было? Впервые я была в Нью-Йорке 8 лет назад. Мы с подругой жили в Чайнатауне, ходили через него в Сохо. Я до сих пор все это помню. Хотя я всегда считала себя рыбкой Дори. Ну, ноги не обманывают. А сейчас мы направляемся в кондитерскую известного шефа, который соединил, ну, например, круассан с пончиком, и к нему стоят очереди. Про это место знают местные, хотя одна моя подписчица мне тоже про него рассказала, но я про него знаю давно. Очень хочу попробовать, что же это такое круассан с пончиком. Ну, не факт, что он мне достанется, потому что горят какие-то жуткие очереди. Количество выпечки сильно ограничено. Ну, я надеюсь, нам повезет и хоть что-нибудь да попробуем. Потому что он, например, соединил печенье с молоком, и у него реально прям такие печеньки продаются внутри молочко. Ну, в общем, посмотрим. А вот она, маленькая Италия. Но мы проходим мимо, потому что нам чуть-чуть в другую сторону. Мы дошли до его кондитерской, и вот этот вот круассан-пончик называется кронут. Сейчас я, если мне хватит, куплю и покажу. Вот он, знаменитый пончик-круассан кронут. Нам достался. Будем пробовать. Это тоже какая-то штучка совмещенная. Это... Итак, дегустация знаменитого кронута. Такие очереди за ним. Вкусно. Угу. Итак, я резюмирую. Кронут, то бишь круассан, совмещенный с пончиком известного Доминика Анселя, очень даже вкусная вещь. Понятно, почему такие очереди. И продается он только до 11 утра. Прогуливаемся по Сохо. Идем в направлении Челси. И знаю, что здесь много туристов. Посмотрите, что они в окошке повесили. Позор Трампу. В общем-то, вот, для поклонников сериала, хотя я думаю, что вы миллион раз видели в Инстаграм. Ну так, на всякий случай, шли мимо, решили, ну, завернем, чтобы вам поснимать. Вот эта улица Перри Стрит, а номер дома 66 Перри Стрит. Вот девушка думает, что она секси, и она в большом городе. Ну, так и есть. Вот такая вот милая улочка, на которой жила Кэрри Брэдшоу. Да, здесь на самом деле можно фотографироваться около любого крыльца. Все очень и очень красивенько смотрится.
А вот она, та самая Магнолия Бейкери, около которой снимался в третьем сезоне эпизод, где сидела Кэрри с Шарлоттой, по-моему. Вот. А на пятой авеню... А на шестой авеню, ну, понятно, что это сеть. Так, здесь, кстати, народу даже больше, чем на шестой авеню. Ну, я вам говорила свои впечатления от этой кондитерской. Ничего выдающегося, но все логично. Это кондитерская прям рядом с домом Кэрри. Вот она, кондитерская, а вот там вот за углом ее дом. Смотри, какое место интересное. А там внутри столько елочек светящихся. Это, видимо, к Рождеству, да, подготовка какая-то? Ну, и смотри, сколько елочек. Все такие цветные, симпатичные. Прикольно. Пардон. Вон оно что. Это вот этот отель так украшает свою территорию. Такими разноцветными, симпатичными елочками. И дорожка из радуги. Ми-ми-ми. Ох, какой Микки. А, это выставка Микки? Ой, пойдем, Микки Маус, мы к тебе идем. Так, мы попали на выставку Микки. Как я вам уже рассказывала, в этом году Микки Маусу 90 лет. Очень многие бренды сделали с ним различные коллаборации. Вот такая. Так, слушай. Так, вот. О, это, видимо, Микки до пластики. В самом начале. Так, это что? Ой, какой милаш. Ну, почему нет-то? Смешно. Ну и, конечно же, наше любимое место Челси Маркет. Я показывала вам его миллион раз. Миллион. Вот это вот Lobster Place. Место, где можно съесть лобстера, по-моему, за $20. Огромный. Сегодня мы хотим поесть в Диксон. А здесь, говорят, очень вкусная курочка и пастрами. Сейчас проверим. Как же мне нравятся американские аптеки здесь. Помимо того, что надо для здоровья, есть столько всего для красоты. Ой, вот это вот очень крутые тенюшечки. В общем-то, очень огромный выбор хорошей декоративной косметики. Прям вот классной. Но я не за этим. Это, как я вам уже рассказывала про Микки, видите, они даже такие открыточки выпустили. А это как бы Микки напоминает. Скоро день рождения. Ой, смотрите, какие милые открыточки новогодние, рождественские. Такие красивые. Очень красивые. Здорово.